Всем привет, дорогие друзья, с вами Скорпион, и добро пожаловать в Mortal Kombat X Mobile. Все мы думали, что вчера выйдет, то есть должно было быть сегодня обновление, но поскольку где-то к часам 6 там, или 3 часам, не помню уже точно, пропало испытание, не было никакого раннего доступа. Потом только был у нас в часов 6 вечера или в 7 вечера появился ранний доступ на Джеки Брикс. Вот, так что тут с обновлением обом. Потому что, ну вот обычно, когда нету никакого раннего доступа в игре, то это знак того, что может выйти обновление. Кстати, у меня вчера пропали помимо ранних доступов, там, которых не было, ну они не пропали, их не было, и войны фракций. Я не знаю, с чем это связано, но сегодня, как видимо, они есть. И слава богу. Вот, сегодня, ребята, у меня просто офигенный видеоролик для вас. Сегодня я войны фракции набил легенду. Может, поэтому они вчера и пропали. Вот, я набил легенду. На первом месте я был. То есть, короче, я много-много играл в мобильный МК и дошел до легенды. И сегодня мы откроем паки войны фракции. Заберем награду, откроем паки. Посмотрим, кто мне сегодня выпадет из этих паков. Я, конечно же, жду Рейдена Injustice 2 и Милену классическую. У меня был Raiden Injustice 2 на втором аккаунте, но я не смог вам записать тот второй аккаунт, поскольку он был взломанный. Я его, собственно, и купил в дешевке. Вот. Ну, меня его забанили. Блин. Теперь я не знаю, как вернуть свои деньги обратно на счет тому, у того человека их забрать, то есть, который мне продал этот аккаунт. В общем, неважно. Попробую на своем основном аккаунте, на котором я всегда играю, уже как 2 года играю, выбить этих двух персонажей. Двух, потому что тут 3 пака дают. Вот. Так что у меня есть шанс на этих персонажей. Но шанс небольшой. И тут пока что нам падает дракон. Драконий щит. Извиняюсь, что я буду заговариваться иногда. Так. Дух дракона. Уже 7-е слияние. Опять драконий щит. Сейчас пойдет редкое снаряжение. Нет, пока что его нету. Так, камни элемент. Маска гладиатора. Она у меня становится уже фулового слияния. 10-го. И технический жеребец. Так. Дальше шляпа ветров. Она у меня уже становится 1-го слияния. Затем броня ящера. Броня ящера новая. Полностью новая. Так, дальше бледная татуировка. Дальше ритуальный нож. Так, ритуальный нож. У меня 1-го слияния. 50 тысяч монет. Я не знаю, я мог, конечно, скриться за это время. Нет, 150 душ, смотрите. И 600 кровавых рубин. И что же нам сейчас дадут? Правильно, ребята, паки. Посмотрим. Посмотрим, кто нам выпадет из этих паков. И этот Риборг Сайрекс. Блин, уже обидно. Вот этот персонаж, у меня уже переслияние становится. Ну, дерьмово, дерьмово. Обидно. Обидно. Так. Открываем второй набор. И смотрим, кто нам здесь выпадет. Офигеть! Нифига себе! Милина классическая! Вот это нежданчик! Милина классическая! Пацаны! Ребята! Залайкайте однозначно этот видеоролик. Все, я уже ушел в плюс. Это просто замечательно. Я до сих пор этому не верю. Да ладно. Редкий персонаж, которого почти нереально достать. И всего-то шанс на его выпадение, я бы даже сказал, как вот с моей точки зрения, 10% ну максимум дам. Не больше. Офигеть. Блин. Блин, надо будет обзор запилить. Так, ребят, впрочем, лайкайте этот видеоролик, делитесь с ним, с друзьями, вот прямо сейчас. И подписывайтесь на мой канал. Самое главное, ребят, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои
редкие, но бывалые стримы, а также видеоуроки. И, блин, у меня нету слов. Просто я действительно доволен, потому что мне в этой игре везет. Мне в этой игре очень фартит, поэтому это круто. Это очень круто. Ладно, с вами был Скорпион. Всем пока. Удачи, до новых встреч. Спасибо всем, кто посмотрел этот видеоролик. Также вам я желаю тоже таких крутых персонажей, как Мелин, классическую и Red Injustice 2. Конечно, я ждал Red Injustice 2. Я очень хотел этого персонажа, но Мелина тоже бомба. Все-таки персонаж как редкий, и это реально было неожиданно. Все, ребят, теперь я могу, в принципе, не добиваться легенды какое-то время, пока сам этого не захочу. Потому что я им хотел легенд набрать, ну, в Войнах Фракций, чтобы записать видеоролик по этим пакам от этих. Фух. Всем пока.